Я поболтала с одним детективом о допросах арестованных демонов. По их словам, у Мартина Ли есть сила, цитирую, искажать людей. Искажать? Что это значит? Он пробуждает твою темную сторону, заставляет делать то, чего бы ты не стал делать в обычном состоянии. Хм, звучит как-то чересчур. Сказал человек, который бегает по стенам. Следуйте. Слушай, мы готовим еще один материал об офицере Дэвисе, и мне интересно, как держится его сын Майлз? Так себе. Я был там. Он совершенно раздавлен. Ему нужно куда-то ходить помимо школы. Может, найти подработку? Неплохая идея. Но это должна быть подходящая работа, которая заставит его чувствовать себя полезным. Мне кажется, ты описываешь пир. Энджей, блестящая мысль. Я поговорю с Мэй. Всегда рада помочь. Джей была права. Здесь все кишит демонами. Надо расправиться с парнями, а потом осмотреться. Ладно, с ними покончено. Технологичный замок. Такие обычно в банках, а не в центрах переработки. Надо понять, к чему он подключен. Нет! Наверное, можно перегрузить схему. Электропаутина пойдет. Ну, что-то вышло. Но, похоже, схеме нужно больше напряжения. Вот. Похоже, схема еще стабильна. Может, рядом есть еще электрощиток? Попался. Почти все. Еще одного хватит. Ага. Ага. Уже из арсенала Фиска. Бомбы на колесах? Еще не хватало. Здесь они планируют свои атаки. Стоп. Это предвыборный штаб Осборна. Сплошные высокие технологии. Позже переработаю кое-что тут в свое паучье оружие. Взрывчатка со стройки Фиска. Это не война, банд. Демоны воровали у Фиска, чтобы напасть на мэра Осборна.
Нашел Ли? Нет, но ты была права. Ли устроил тут штаб-квартиру демонов. Тут бомбы, оружие. О, боже мой. И похоже, они планируют новую атаку. На сей раз на предвыборный штаб Осборна. У Ли какой-то зуб на Нормана Осборна. Я нашел адрес. Похоже, это место преступления. Если потороплюсь, успею остановить их. Береги себя. Юрий, это я. Давай быстрее. На меня тут босс кричит. Мартин Ли и демоны планируют новую атаку. На сей раз на предвыборный штаб Осборна. Ты уверен? За прошлую неделю было немало ложных следов. Поверь мне в этот раз. Высылаю адрес центра переработки отходов. Там все доказательства. Поняла. Я эвакуирую предвыборный штаб. Но если ты набрал, сам будешь искать мне новую работу. Consolidated Shipping. Куча народу. Нужно попробовать по-тихому. Впрочем, стильно. Использую то, что нашел в центре переработки. Отлично! Оружие плохишей против них самих. Это, друзья, называется кармическим правосудием. Снаружи нет. Проверю внутри. Ха. Чек из автосалона. Всадник на бледном коне. Недешевый тюнинг. Что еще я тут могу найти? Базы по всему городу. А все намного серьезнее. Похоже, у демонов целая армия. Хватило и одного светящегося хлыста. Не уверен, что конкретно я ожидал, но точно не это. Энджей,
Я вроде бы остановил атаку демонов на предвыборный штаб Осборна. Отлично. Ты нашел лифт? Нет. Но у меня есть зацепка. Место под названием «Всадник на бледном коне». Звучит знакомо. Я проверю и перезвоню. Серебряная птица, мы спускаемся на точку. Там еще один. Оружие к бою. Что-то новое. Нет, нет, этот мой. Ладно. Я убью этого ублюдка. Эй! Так дела в нашем городе! Нет! Делаю! Код ЧП-1. Эй, эй! Может, сначала расскажете, кто вы вообще такие? Код ЧП-1. Код ЧП-1. Ждем указаний. Код ЧП-1 принят. Есть контакт. Ждем серебряную птицу. Как эффектно. 8 из 10. Девять из десяти. Отпусти. Он работает с нами. Юрий, может, объяснишь? Это Сильвер Соболинова, глава Соболь Интернешнл. Частного агентства. Ее нанял мэр Осборн. О, у мэра есть ручная армия? Вмешаешься в другой раз, я не буду столь добра. Иди. Все потом. Прости за все эти дела с Соболем. Все случилось так быстро, не успела сказать. Все в порядке. Мы все равно друзья. Мы не друзья. Ты разбиваешь мне сердце. Короче, мэр полностью доверяет Соболю. Мы проверили тот адрес, что ты дал. Собрали много доказательств попытки взрыва. Но ничего на Мартина Ли. Я работаю. Привет, МДжей. Слушай, я нашла информацию о других активах Мартина Ли. У него собственность по всему городу. Ха, эти места соответствуют карте, которую я нашел в той транспортной компании. Я проверю. Сообщай обо всех находках, а я соберу факты воедино. Договорились. Я направлюсь в офис Ли в пир, чтобы понять, почему он так поступает. И что планирую делать дальше. Хорошо. Передавай привет Мэй. Погоди, ей же ничего не угрожает, да? Нет. У Ли одна единственная цель. Норман Осборн.